красному углу ринга боксер второго разряда Владимир Зависько, город Черкассы. В синем углу ринга Анатолий Лавренюк, город Тальное, второй спортивный разряд. Красному углу ринга отдыхает Владимир Зависько. Он 90-го года рождения, имеет второй спортивный разряд. Представляет город Черкассы, спортивный клуб 3 на 4. Боксом занимается один год, учет боев не ведет. Спортивная цель Владимира – стать мастером спорта Украины. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Андрея Мальованова. Ладно, вот мне удар. Еще.
Синему углу ринга отдыхает Анатолий Лавренюк. 95-го года рождения, имеет второй спортивный разряд. Представляет город Тальное, спортивный клуб «Атлант». Боксом занимается 1 год. Провел 5 поединков, 4 одержал победу. Анатолий мечтает об Олимпийских играх, стать участником Олимпийских игр. Тренируется под руководством мастера спорта СССР Владимира Ивановича Стеценко и Богдана Сергюченко. Там ты.
Что? Вот и...